Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная новая игрушка, которая только вышла. Называется она Unpacking. В общем-то, здесь нам с вами придется разбирать коробочки, знаете, когда вы куда-то переезжаете, меняете, так сказать, свою дислокацию, место проживания. У вас целая гора коробок, которые нужно разобрать, разложить все предметы по своим местам, где вы хотите, чтобы они находились. Эта игра именно про это. Если вам, так сказать, не хватало этого в реальной жизни, вы можете заняться этим здесь. Посмотрим, поиграем. Мне кажется, игрушка будет максимально человая, максимально такая, знаете, ненапряжная и, надеюсь, интересная. Так, это что? Мы это можем выбрать книжки? Зачем это, я не знаю. Это моя. Ну, тут написано, чья? Моя, правильно? Ладно, продолжаем. Хорошо. В общем-то, посмотрим, поиграем. Не знаю, много ли тут играть надо и как вообще все. Но вот такая вот она пиксельная, не знаю. Давайте глянем, вот такая вот у нас здесь коробочка. Опа, мячик. Куда можно положить мячик? Ха, у нас есть шкаф. Давайте положим в шкаф. Почему нет? Давайте вот, будет в шкафу лежать. Или может быть, пусть на полу лежит. Да, пусть лежит на полу. Я иногда, знаете, у меня раньше был тоже мяч. Я любил постоянно. У меня он лежал под столом, и я любил пинать до посинения. Кубок можно на окно, почему нет? Красочки давайте сюда. Это что? Это линейка. Правой кнопкой мыши можно поворачивать, хорошо. Линейку давайте, да, на стол куда-нибудь положим. Вот сюда. Дневник, наш личный дневник, естественно, должен находиться где-то рядышком, на столе. Хотя нет, он же наш личный, мы должны его спрятать. Или нет? Ну, давайте пока оставим, потом будет видно. Это что? Это какие-то красочки? А, нет, это эти, скажите. Как называются? Я забыл. Тьфу ты. Ну, в общем, карандаши. Будем называть их карандашами. А вот блокнот как раз-таки для карандашей. Хорошо. Картина. Картина с конем. Картину с конем мы можем... А, вон, у нас там целый стол, оказывается, есть. Нифига себе. Ну, так давайте туда мы сами все поместим. Я его и не видел. Ничего себе. Удобно. Ничего не скажешь. Давайте куда-нибудь. Вот сюда, на краешек тогда. А наш дневник вон туда. Хорошо. Ну и линейку тогда можно чуть выше дневника вот так вот тыкнуть. Во, пусть будет. Копилка. Копилка уже должна лежать где-нибудь вот здесь вот. Да, это наша чистая личная полочка. Здесь лежат всякие вещички. Не особо нам нужны в данный момент. А думаю, сюда можно еще какую-нибудь книгу положить. Или что это? Это какая-то тетрадка, что ли? Видимо, да. Давайте пока ее уберем. О, тут прям можно боком складировать. А это можно боком? Нельзя, ясно. Так, это что? Это какая-то игрушка. Не знаю, куда нам ее с вами даже положить-то. О, у нас тут целые полки еще есть. Ё, пьяный это театр. Тогда сейчас все расложим, погодите. Так, это что такое? Непонятно. Давайте это тоже положим куда-нибудь вот сюда. Пусть лежит. Кубик Рубик, естественно, тоже можно куда-нибудь сюда положить. Урна. Урна обязательно должна находиться где-то под столом. Тут коробки, надеюсь, потихоньку сейчас будут у нас раскладываться. И мы с вами сможем потом как раз-таки посмотреть, что там у нас находится. Во, да. У нас тут целая, смотрите, комод есть. Полочка, точнее. Так, ну урну мы с вами под стол кидаем. Ей место именно там находиться. Другого не дано. Так, и вот думаю, может нам вот это как-нибудь переложить. Или так и оставим. Тут, по сути, игры, да, могут всякие лежать. А тут уже всякое для учебы, для вот этих вот занятий. Да, давайте так и сделаем. Так, следующая коробка. Это что? Непонятно. Давайте положим куда-нибудь вот сюда. Замечательно. Там мы разобрались. Это что? Ножницы. Ножницы очень важный аспект в жизни, поэтому мы их положим именно сюда. Еще одну коробочку сразу открываем. Ластик. Ластик тоже нужен. Кидаем его вот сюда. А, так подождите. У нас же есть вот это. Мы можем, знаете, как сделать? Можем вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. О, удобно как. О, ля, какой. О, не, ну это кайф, слушайте. Куда его только положить? Давайте, правда, куда-нибудь на кровать ее сюда кинем. Во. Пусть там и лежит. Это что? Это что? Это кто? А, это постер. Он просто был складной. Все, понял. Ну, давайте куда-нибудь вот сюда к дракончику. Дальше у нас идет очередная книженца. Книженция. Книжки мы будем складывать вниз, судя по всему. Не знаю, как так получилось, но в итоге выходит все именно так. Так, это у нас какой-то этот, скажите. Я забыл. Тетрис. Да, это у нас Тетрис. Еще одна игрушка.
Куда бы ее нам с вами припихнуть? Давайте пока тоже на кроватку. Потом будет видно, может, еще место останется. Я, может быть, вот сюда куда-нибудь закинул бы. Ага, это уже... А, так здесь можно сойти. Вот так вот накладывай друг на дружку. Удобно, ничего не скажешь. Так, фотоаппарат, видимо, детский какой-то. А, можем тебе сделать скриншоты. Понял. Хорошо. Фонарик. Ну, фонарик нужен, наверное. Давайте его уберем куда-нибудь. Во, пусть будет на окне лежать. Ну, потом, может, переложим. Там ему, на самом деле, не особо-то и место. Так, ну, это мы вот сюда куда-нибудь закинем. Ну, слушай, довольно-таки интересно, на самом деле. Свою комнату вот так вот как-то по-своему расставлять. Смотреть, как что и почему. Да, это у нас игровой уголок. Спортивный игровой уголок. Так, книжку мы с вами сюда. Готово. Еще одна игрушка. Ну, давайте, у нас здесь целая орда будет игрушек лежать. А, пони, думаю, можно куда-нибудь вот сюда. Человечка. О, как раз я думал, что сюда положить. Поставить. Еще один. Да ёперный это театр. Ну, тут неудобно, слушайте. Во, давайте так. И еще. Ну, давайте пони вот сюда поставим. Да ёперный ты... Сколько их? Ну, давайте вот так. Да ё! Чё-то много. Чё-то очень-очень много. А, во, смотрите, туда поместилось аж. Это что? Это брелок. Ну, брелок как раз-таки сюда поместится. Удобно. Еще одна плюшевая игрушка. И еще одна плюшевая игрушка. И уже места нет. Ну, окей, сейчас плюшевые игрушки мы, видимо, как-нибудь по-другому с вами расставим. Ну, будет видно. Картина. Картина, картина. Куда нам ее поставить? Я бы ее вот так вот, к свинке. Тут свинка, все как бы закономерно и логично, да? Вот так вот делаем, и все у нас замечательно. О-ля какой, не, ну он по-любому должен здесь стоять. Не, даже вон там, о, не, ну погодите, ща мы с вами, ща все будет. Это мы тогда с вами убираем куда-нибудь вот сюда. Не, давайте даже на стол, хотя не, чего мы на столе это делать, это же просто, что, это же просто да. А вот это по-любому должно быть на окне. Это просто обязательно. Конечно, вид может быть загораживать, но других вариантов нет. Только так. Так, это ставим сюда. Я не знаю, что это такое. Если честно, не очень понятно, какие... А, это как раз-таки для проигрывателя, видимо, эти дискеты, да? Ну, блин, их бы тоже куда-нибудь вот сюда тогда закинуть. Да? Давайте, допустим, оно будет просто лежать здесь. Мы же не уверены, что это дискеты, правильно? Книжку, естественно, мы кидаем сами сюда. И еще одну вот сюда. Ну и последнюю мы закидываем вот сюда. Все, все коробки. Получается, да. Чтобы закончить, так полагаю, нам нужно нажать вот сюда. Но я бы хотел разобраться с игрушками. Не знаю, куда их закинуть, если честно. У нас вроде все место в итоге занято, да? Печалька. Ну, здесь места, правда, маловато. Ну, вот маловато, а что поделать. Самое, вот куда можно было закинуть, это вот сюда. Все, больше места, к сожалению, у нас не имеется. Во, смотрите, как вы... Ну, слушайте, как вам комната? Мне так, если честно, нравится. Я думал, будет хуже. У меня так, я думал, получится намного хуже. Но вроде, вышло даже очень красиво. Очень неплохо. Давайте. Так, что нам нужно? А, нам нужно открыть. Про кнопку мыши или что? Как? Чего? Что делать? А, не понял. Так, погодите. Так, и что ты от меня хочешь? Так. Что ты от меня хочешь? Да, можно как приблизить близко. Так, ну я нажимаю все кнопки, все клавиши. Что ты меня подсвечиваешь? Я думал, сейчас нажму, и все будет удобно, и дальше пойдем. Но, видимо, нет. Не понял. Друзья, я разобрался. Я разобрался со всеми делами. Нам нужно было просто вот так вот подушечку, опа, и сюда дневничок положить. Все. Можем теперь переходить дальше, судя по всему, да? Да, так и есть. Ну окей. Не, ну кто же знал-то, а? Я вот не знал. Но мне понравилась моя комната. Наконец-то у меня своя комната. Ну, замечательно. Дальше идем. Я так полагаю, мы будем все взрослее, взрослее. Да, 2004 год. Был 1997, да, если я не ошибаюсь. Теперь 2004 год. То есть мы все дальше, дальше по жизни идем и расставляем свои предметы жизненно необходимые. О, стул уже натер, это, наверное, соболезно. Так, ну давайте смотреть, коробок стало еще больше. Сразу компьютер у нас с вами появился, слушайте, это неплохо. Компьютер это хорошо. Так, что у нас тут?
Постеры, да? Постеры я только за тут расставить. У нас вот стена белая вся непонятная. Давайте ее. Также у нас есть с вами гардероб вроде бы. Как тут? Так, это что такое? О, у нас еще кухня появилась. А, погодите. А еще ванная появилась. Я обратно в спальню. Ага, понял. Хорошо. Хорошо. Так, ну книги. Книги, естественно, мы с вами опять выделим для них отдельную полочку. Куда же без этого? Так, здесь давайте, не знаю, как-нибудь вот так. Опять что-то с карандашами связано. У меня вся жизнь, блин, видимо, с карандашами будет связана. Так, книжки. Книжки у нас идут в полку. Еще книжка. И тоже идешь в полку. Ну и все, коробка закончилась. Довольно-таки быстро, я думаю, будет дольше. А, ну это маленькая коробка, в принципе, ладно. В принципе, логично. Это пока вставляем сюда, потому что пока непонятно, что, куда и зачем. Книжку давайте пока в самый бок. Она самая маленькая, самая незаметная. Мышка. Ну, мышку мы знаем, куда перепендюрить. Замечательно. А, это коврик, я так полагаю, для мышки. Нет? Да, естественно. Это мы вот сюда. И вот сюда. О, слушайте, как хорошо получилось. Так, дальше. Опять линейка. Ну, естественно, куда же мы без линейки-то? Не, без нее мы никуда, судя по всему. Так, очередной дневник, я так полагаю, его тоже нужно под подушку. Сразу вот так вот закидываем. Очередная книжка. И еще одна очередная книжка. Хорошо. Я бы, наверное, знаете, как сделал? Вот так, вот так, вот так. Не, вот так. Не-не-не. Надо, чтобы книжки, знаете, равномерно вниз шли. По взрослению, да? Давайте так скажем. По взрослению должны идти вниз книжки. Хорошо. С этой коробкой разобрались. У нас там еще полка, хочу ее открыть. Поэтому давай с этого начнем. О, портфель. Ну да, видимо, мы поступили в какой-то вуз, колледж или как это тут называется, черт его знает. Так, у нас есть гардероб. Естественно, мы сюда сразу закидываем все наши эти вещички. Так, здесь у нас, наверное, будут только рубашки. Сверху у нас будут футболки. Это, я так полагаю, джинсы, да? Джинсы у нас могут лежать где-то снизу? Да? Как вариант, да. Так, ну пока давайте на пол закинем. Потому что если будут носки, то, ну, сами понимаете. Придется еще куда-то все закидывать. О, я могу копилку, кстати, вот сюда. Удобно. Так, футболку. Футболку мы складываем. Интересно, как будет много рубашек. Если рубашек будет мало, то мы, естественно, сразу же с вами с этим разберемся. Так, джинс. Еще джинс. Джинсы пока будем так складировать. Футбольный мяч. О, под стол можно? Как я говорил, у меня под столом всегда он лежал. Вот, да, давайте пусть там и лежит. Все, идеально. Просто идеально. Так, это давайте сюда. Это очередная футболка. Что-то рубашек, слушайте, маловато, да? Худи. Ну, худи мы можем вот сюда. Так, ну давайте вешалки, наверное, все-таки мы с вами как-то вот так вот пораскидываем. Так, я уже следующую начал открывать. Так дела не делаются. Так, часики. Футболочка. Футболочка. Куда столько футболочек, я не знаю. Еще. Да ёперный, это театр-то. О, машинка. Та самая машинка из детства, я ее помню. Я с ней как бы это знаком. Так, это мы давайте сюда. Пока что вот так. Эльфивая башня. Куда бы нам ее? О, давайте куда-нибудь вот сюда. У нас еще здесь целый подоконник как бы свободен, да? Так, что есть что куда положить. Так, штанишки. Так, еще один сарафан. Так, еще одни штанишки. Но это больше на пижаму похоже. Это что такое? Какой-то платок носовой, что? Непонятно, давайте пока на пол положим. Еще один. Что это такое? И что это? Туалетка. Так, мне кажется, ли это должно быть в ванной? Я, конечно, блин, не специалист, но давайте это положим в ванную. Так, книга. Книгу мы знаем куда. Вот сюда. И еще одна книженция. Хорошо. У нас вся полка книгами уже забита. Это, конечно, замечательно. И вот. В итоге у нас 5 джинс вышло, да? Пачек. Так, картина. Ну, у нас тут стена пустая. По-любому нужно чем-то заполнять. Конечно, тут уже постер из картины, может быть, он не очень-то будет смотреться, да? Но пока вариантов не особо много, так что давайте положим. О, блин, ну нет, началось. Вот эти вот свиньи ваши повсюду, отовсюду. Сейчас будут эти, если игрушки вылазить отовсюду, это будет ужасно. Так, куда зубную щетку? Давайте, наверное, сюда. Вот там даже звук изменился, как будто в таком, знаете, мини-вакууме. Хорошо.
Так, а еще какая-то игрушка. А, тут можно ему это, позицию менять. Я даже достижение получил. Это он, а, вот, деп сделал, да? Ну, ясно, понятно. Ясно, понятно. О, у нас здесь еще целая куча места, кстати. Я вот только сейчас увидел. Мы, наверное, туда джинсы будем складировать. О, давайте его туда уберем. Он будет такой мини-пасхалка. И как раз-таки сюда джинсы с вами и закинем. Да, гениально. Делаем такого так поближе. И вот так. Хорошо. И будет он там сидеть и выглядывать такой, типа, а я тебя вижу. В общем, да. Так, я бы еще вот это, на самом деле, повесил бы. Знаешь, какие-нибудь интересные такие футболочки я бы хотел повесить. Вот так давайте. И вот так. И, не-не, вешалку. Во, спасибо. Во, хорошо, слушайте, получилось. Замечательно. Так, разбираем дальше. Магнитофон. Вот этого я, блин, не ожидал здесь увидеть, конечно. И куда мне его? А, во, можно под стол. Ну, точнее, под столик, да. О, джинсы, джинсы, да. Джинсы это надо. Ботинки. Ботинки, я думаю, буду хранить где-то здесь. Тут целая куча места для... Это что такое? А, это дискеты для магнитофона. Да, ёперный. Куда мне их ставить-то? Так, я думаю, эту игрушку мы пока уберем. А дискеты мы отсюда в угол поставим. Во. Удобно? Удобно. Второй ботинок нашли? Нашли. Замечательно. И третий ботинок нашли. Ну, супер, что могу сказать. Так, нет, тихо. Закройся. Спасибо. Так, эта коробка все. Это что такое? А, это блок на наш компьютер, да? Ну, вот так вот мы его с вами расставляем. Так. Ну, вроде все правильно сделал, да? Хорошо. Это что? А, мы за девушку играем. У меня, конечно, были предположения, что мы играем за девушку. Но теперь я уверен в этом, в принципе. Теперь я в этом уверен на все 110%. О, еще одной постер. Постер это хорошо. Знаете, давайте как сделаем? Мы эту картину сверху поставим куда-нибудь вот сюда, чтобы она особо не выделялась. А здесь будут снизу постеры. И тогда все будет замечательно выглядеть. Правильно, правильно. Это пока никуда расставлять не будем. Очередной тетрис. У нас уже их цел... А, это плеер, понял. Понял, принял, осознал. Так. О, так игрушки можно вот сюда, кстати, положить. У нас кровать будет использоваться для игрушек. Все логично. Так, это что? Это какая-то книженция, судя по всему. Или что это? Непонятное что-то. Что-то непонятное. Я думаю, вот сюда вот ей линейку забацаю. А то, блин, не место ей там. Определенно. Это можно вот сюда. Это что такое? Это тоже давайте куда-нибудь вниз. Здесь у нас будут только игрушки. Хотелось бы, чтобы там были только игрушки. Это можно вот сюда, кстати, убрать. Я думаю, будет не так уж и неудобно. Должно быть нормально. Так, это мы сюда. Так, нет, книжку верни, спасибо. Здесь уже начинаем все расставлять. По-человечески, так сказать, да? Это можно вот сюда. Так, что-то он непотребство какие-то делает, не надо. А, это что? Это ластик? Ластик можно вот сюда? Это что такое? Ядерный чемоданчик? Что это? Непонятно. Непонятно, что это такое и куда это ложить. Вообще непонятно. Я не понимаю. Так, ну давайте тогда, не знаю, в угол куда-нибудь, а поверх него вот это. Ужас какой-то. Зачем столько всего непонятного мне дома? Я, конечно, черт его знаю. Сколько у меня платков, это ужас. Уже 6 штук. Тостер, ну это на кухню. Тостер у нас будет стоять где-нибудь вот здесь. Хорошо. Еще один носовой платок. Да и еще один. О, ну хоть что-то новое. Кубик-рубик. Ну как новое? Он у нас уже когда-то был. Но ладно, это хоть что-то типа новое, да? Еще носовой платок. У меня 9 носовых платков. 10. О, футболка. Ну, футболка, да, футболка понадобится. И картина. Еще одна картина. Ее можно куда-нибудь вот сюда. Замечательно. И еще носовой платок. 11. И 12. Все. В итоге у нас 12 собака носовых платков. Это ужас. Игрушки можем тогда вот сюда переставить. Раз уж тут целое... А, ну да, можем, конечно, расскажешь. Вот эту большую не можем, к сожалению. Ну и, блин, больно-то хотелось. Положим сюда книжку. Тут у нас просто все книги, больше не влазит, к сожалению. А носовые платки? У меня здесь есть отдельный припрятан шкафчик для них. Вот он. Вот здесь они у нас все будут лежать. Их очень много.
Я бы сказал, кабздец, как много их, конечно. Ну, они все влазят, причем идеально, так что... В принципе, все very good. Во, смотрите, целый ящик у носовых платков. А, или это не носовые, кстати, платки, а трусики. Ну, черт у вас. Неважно, неважно. Так, в принципе-то разобрались, не хватает только клавиатуры, но это старый компьютер, так что я не удивлюсь, если ее вообще нету. В принципе, нам бы вот эту полочку заполнить еще, да? И вот это вот, так сказать, наши... Блин, как? Как? Как это называется? Ладно, неважно. А, подоконник, да, нам бы еще подоконник заполнить, и, в принципе, будет гениально все и красиво. Шкаф можем закрывать. Все, можно переходить дальше. Наверное, начнем с кухни. Интересно посмотреть, что да как. Можно ли тут открыть холодильник? Нельзя. Микроволновку нельзя. Ясно, понятно. Ничего нельзя. Кружки. Ну, давайте начнем с кружек. Хорошо. Кружки у нас будут снизу. Ну, чтобы они были в удобном, так сказать, расположении от нас. Так, это большая кружка, значит, можно вдаль убрать. Это средняя, значит, сюда, а маленькую вот сюда. Во как. Это что? Это специи. Куда мы сами берем? Вот специи можно вот как... О, смотрите, какая полка удобная для специй. 100% для них. Это у нас с вами сахарница, да, судя по всему. Я бы ее куда-нибудь вот сюда давайте. Она очень большая. Массивная. Так, тарелки, да, тарелки я хотел вот сюда. Все тарелки, все блюдца, они будут у нас лежать тут. Да, тарелки на тарелке можно, кайф. Я уж думал, сейчас ничего не получится. Но нет, все продумано, все гениально. Тряпочка. Ну, без тряпочки мы никуда. Это то, что нам нужно. Так, ну давайте пока сюда, пока не знаю, потом посмотрим. Вилки. Вилки у нас будут лежать... О, тут прям все готово уже под нас. Ножи будут лежать вот здесь. Ложки будут лежать вот тут. Еще одно полотенце здесь. Это что? А, это вот как раз-таки для умывальника, чтобы мыть посуду. Это, я так полагаю, тоже. Это, я так полагаю, дезинфицирующие всякие средства. От всяких там блох. Вся вот эта вот движуха. Так, это что? Это похоже на тостер очень сильно. Куда мне его? Ну, давайте пока сюда, потом платочки уберем. И, в принципе, место появится сразу. Блин, это тоже. Ну, как я и сказал, потом платочки уберем, и место сразу появится. Так, кастрюлю можно куда-нибудь вот сюда поставить. Блин, как-то она неровно будет стоять, я смотрю, да? Да чё? Ну, давайте пока вот так, потом будет видно. Большую кастрюлю мы куда с вами? Вот, давайте вот так. Не, на самом деле нужно для них место бы найти, а то что-то как-то не очень смотрится, вам так не кажется? Вот мне что-то кажется, что все именно... А давайте мы вот эту нижнюю полку, оказывается, для этого выделим, а сверху у нас здесь будет лежать вот эта вся движуха. Масла, масла. Куда бы нам с вами масла деть? Давайте тоже сюда, к дезинфицирующему средству. А, не, во, у нас же тут... А, не вмещается, жалко. Ладно, идем дальше. Это что? Это, скорее всего, для мусорных пакетов. Так, нет. Нет, тихо, спокойно, закрой, спасибо. Вот, да, здесь для мусорных пакетов у нас лежат мусорные пакеты. Гениально, да? Губки, губки тоже сюда. Это что? Это, наверное, нужно сюда. Во, вот здесь вот будет лежать. Ложки, да, все у нас есть. Что у нас тоже здесь, я их вот сюда хотел. Вот так. Хорошо, дальше. О, клавиатура, а я думал, где она? Кстати, она не вмещается, смотрите-ка. Ни в какую. Ну-ка, погоди. Ну-ка, погоди-ка. Клавиатура занимает вот столько вот у нас пространства, да? Ага. Я могу тогда максимально в бок сделать, на самом деле, вот так вот. Вот так вот. Даже не максимально в бок, еще вот так вот место остается. И мышку вот сюда. Во. Влезет? О, влазит. Ну все, слушайте, удобно. Хорошо. Так, продолжаем. Тарелочки. Еще тарелочки. Стаканчики. Стаканчики, да, бокальчики, стаканчики. Нож. Нож. Наш нож. Огромный ныж. О, как раз таки его вот сюда положим. Это можно... А, я думал, он сюда стакнется. Давайте сюда пока положим. Открывашка. Открывашка у нас будет лежать где-то здесь. Я думаю, эту поварешку тоже сюда уберем. Это идеальное просто место для всей этой движухи. Губка. Губка рабочая, поэтому мы ее ложим сюда. Чайник. С чайником пока проблематично. О, ботинок. Не, ну ботинок я знаю куда. Вот сюда.
Дальше у нас идет... Что это? Ну, видимо, тоже что-то для кухни. А, это, наверное, чтобы чистить всякие эти прибамбасы. Ясно, понятно. Так, это сюда. Очередной стакан сюда. Бокал. Маленькая тарелочка. Ну и куда, блин, мне ее, хотите сказать, положить надо? Поставить. Кинуть. Давайте пока сюда. Сейчас разберемся. Сейчас все будет. Так, хорошо. А, это что? Господи, столько всего. Это уже. Давайте сначала все разберем. О, еще туалетка. Хотя это не похоже на туалетку, это больше похоже на кухонные полотенца какие-то. Кстати, сюда можно еще что-то тоже поставить. Повесить. Ну, давайте сюда. Это может туалетные полотенца для рук? Нет. Ну, тогда черт знает, что это такое. Давайте пока оставим. Давайте разбираться. Что, куда нам с вами ложить? Потому что пока непонятно. Нашел, кстати, я чайные ложечки. Вот они. Хорошо. Здесь поварёшку оставлю. А, что мы делаем? Во-первых, полотенце. Полотенце надо переставлять. Тут им на место. А, чайник. Чайник, чайник, чайник. По-любому чайник нужен нам вот тут. Без чайника мы никуда. Доска должна быть вот здесь. А вот это вот я уберу куда-нибудь наверх. Ну чё, оно нам здесь нафиг не надо, в принципе. Это убираем сюда. Специи убираем наверх. Желательно только сначала вот это убрать. И специи. Хорошо. Так, полотенца. Полотенца, полотенца. Куда же нас с вами их деть? А, кстати, да, можно вот сюда куда-нибудь их закинуть. О, аж туда вот, вдаль. Хорошо. С туалетной вот этой фигней я не знаю, куда нам ее на самом деле положить. О, а давайте их вот сюда. Как будто их надо мыть. Гениально. Все, слушайте, мы с вами разобрались. Довольно-таки просто. А это пока оставляем, потому что я не знаю, куда это деть, к сожалению. Можно пока вот сюда закинуть, кстати. Не знаю, насколько это разумная идея, конечно. Но пусть будет. Хорошо, вроде как закончили. Переходим с вами в ванную. В ванной у нас всего одна коробка. Чух. Так, здесь полотенце. Да, здесь все-таки нормальные полотенца. Мыло. Ну, без мыла мы тоже никуда. Мыльницы у нас нету, я так полагаю, да? Ну и ладно, больно-то хотелось. Чашка. Ага. Понял, принял. Так, давайте мыло вот сюда. Чашку потом отнесем. Это что? А это зубная нить. Ее вот сюда. Одеколончики всякие. Можно вот так. Расческа. Ну, расческа у нас уже должна быть, знаете, где? Внутри, где-то вот тут лежать. К сожалению, тут всего одна полка. Не знаю, зачем она такая большая и одинокая. Ну да ладно. О, медицинская сумочка. Не помешает. А, бюстгальтер что-то здесь забыл. Это что такое? А, это эти тампоны в уши. Или как они называются? Тампоны, блядь. Неважно. Так, давайте их тоже сюда положим. Так, очередной гель для душа. Очередная туалетная бумага. Блин, у меня уже целая куча ее. Прям складировать можно? Правда, можно. Так, очередное полотенце. Причем очень большое. Куда нам его? А, во, смотрите. Хорошо. Так, салфеточки. А, нет, это не салфеточки. Это уже женские штучки. Женские штучки. Так, это что? Это больше похоже на урну какую-то. Давайте ее вот сюда положим. И сковородку. Во, я как раз думал, куда мы без сковородки в этой жизни. И вот она появилась. Обязательно ставим ее сюда. Не, даже давайте по краю. Не, ну ладно, давайте так. А вот это мы, во-первых, убираем и туда сковородку. Все, а это мы сейчас относим вот сюда. Ну вот и все, как бы разобрались, что, куда, зачем, почем. Замечательно. Блин, мусорку бы куда. Черт его знает, куда нам ее. Так, ну это готово. А, смотрите, это еще не на своих местах все находится, оказывается. Вот что у меня подсвечивалось. А, ясно. Мне так просто не дадут. Так просто мне не дадут все сделать. Я вас понял. Так, ну хорошо. Ну ладно, давай тарелки вот сюда. Нет? Ты хочешь именно, чтобы они на полке лежали? Ну давай, ладно. А, так мы знаете, как можем с вами сделать? Поудобнее. Можно сделать с вами поудобней. Следующим действием. Мы просто вот сюда перенесем наши с вами... А, или у нас все равно места не хватит. Они довольно-таки много занимают. Да-да-да-да-да. Ничего приносить не будем. Так как есть, и оставим. В принципе, ладно. Тарелочки маленькие. Особо места не занимает. Надеюсь, поместятся там все.
Да, вот вообще никак сюда нельзя поместить, как бы я ни старался, ни пыхтел, ни пытался. Никак. Вот просто никак. Хорошо. Что у нас еще проблемы остались? Бюстгальтер, во-первых, надо положить как бы на свое место. Тот самый последний. Так, кстати, у нас не там находится в итоге наша книжка. А куда нам ее? Куда нам нашу вот эту вот книжку? Хороший вопрос. А, ее нужно обязательно... А, ну так давайте на полку, ладно. Вот это может на полку лучше поставим. Да, хорошо. Эту игрушку мы поставим на кровать. И вот так вот. Пойдет. Это тоже он хочет, чтобы я на полку поставил. Ладно, хорошо. В принципе, и так сойдет. Так, погодите. А, он только здесь хочет. Ну, давайте вот так. А, он не хочет почему-то здесь боком стоять, смотрите. А, во, захотел. А, он, не, он на ковре не хотел стоять, я вас понял. Хорошо, здесь вроде разобрались, да? Так, здесь тоже. Сюда бы еще полотенце вообще было бы белиссимо. Но, к сожалению, нет. Полотенца у нас нету. Так, вот это куда? Куда ты хочешь, чтобы я это все убрал? Это же урна. Или я не прав? Куда ты хочешь, чтобы я это поставил? Вот это я так и не понял, куда закинуть. Вот вообще без понятия. Может, в полку надо внутрь куда-то закинуть? Ну-ка. Не, смотрите, все равно не хочет. Все, тихо, спокойно. Успокаиваемся. Вот это ведь урна, я правильно понимаю? Куда нам ее? Черт его знает. О, смотрите, под стол поместилась. Повернуть бы ее еще только. Ну, допустим, у нас под столом будет еще урна, да? Допустим. Почему нет? Здесь у нас будет с вами мяч лежать. Окей, разобрались. А вот это я так и не понял, куда поместить. Вообще, без понятия, если честно. Ну, вот куда мне ее? Ну, вот куда мне тебя? Это, по сути, кухонные полотенца. Вот здесь вот есть какая-то движуха, но она туда не помещается, к сожалению. Можно было бы куда-то сюда. А, ну и все тогда хорошо. В принципе, на самом деле ему не тут не так уж... ему тут не место. Да, ему тут не место, ну что ж поделать, ладно. Пусть будет. Давайте заканчивать. Пойдемте дальше. Письмо ученика какого-то. Окей. Занятия начнутся в понедельник. Универ, жди меня. Окей. Я так и думал, в принципе. 2007 год. Прошло сколько? 2-3 года? Воу! А что теперь надо делать? Воу. А, вон у нас коробки, да, вижу. У нас целая куча новых коробок, куча всего. Тут какой-то бардак непонятный, вообще ужас. В общем-то, друзья, думаю, на этом стоит закончить, так сказать, вступительную серию. Не знаю, игрушку можно будет, наверное, пройти. Она, мне кажется, довольно-таки должна быть коротенькая. Так что, если вам она понравилась, обязательно ставьте лайки. Не забывайте подписываться на канал, если вы здесь впервые. И оставлять комментарии. Ну и колокольчик прожимать не забывайте, чтобы не пропускать новые ролики. С вами был, как всегда, Залео. Увидимся с вами уже завтра. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.